Раньше у меня трактора не было, а сейчас трактор купил себе. Не жалею, потому что раньше ходил, платил людям, нанимал то коня искал, то трактор искал. Купил себе трактор, проблемы пропали. Я сам себе хозяин, не надо никого бегать просить, уговаривать. Есть трактор, стал ездить на тракторе, стали соседи смотреть, люди приходить просить, что обработай то, обработай это. У трактора свои недочеты тоже были. Ну, двигатель маленький, но его вполне хватает, более чем, с запасом. Мощности за глаза. К сезону я не подготовился, не было у меня косилки. Вот сейчас приобрел косилку. Хочу скосить картошку. Уже опять же не нужно никуда идти, никого просить. Свои недоработки, недочеты у трактора тоже, конечно, есть. Но сам под себя подстроил, исправил. Трактором в целом я полностью доволен. Сейчас, когда купил трактор, все стало вдвое быстрее. На своем маленьком земельном участке раньше работал лопатой. И больше земли не хотелось. На данный момент купил трактор, соответственно, и земли захотелось больше. Раньше у меня было 15 соток, на данный момент я себе уже взял гектар. То бишь я справляюсь с этим тракторцом гектаром. С учетом того, что я работаю, я могу после работы приехать, успеть и землю обработать, и что-то вывести для дома сделать, привезти, отвезти. Незаменимый помощник в хозяйстве, поэтому успеваете, даже несмотря на то, что еще у вас есть своя работа, вы можете и у себя успеть. И к соседу подъехать, что-то ему подвезти, отвезти. Трактор такая вещь, что лучше, чем что-нибудь другое.